Так, это лох приора, если чё, чат, это лох приора. Ну, ни хрена, кстати, 4 героя. А раньше тоже было 4 или 3 было на выбор? Есть Дазль. О, кстати, Акс вообще охуенен против тролля. Он мега охуенен, потому что он ультует, и я ему все равно в ебу прописываю. Не, мэн. Я выйду. Легкая. Пиздец на огре, черт. Ну я у меня 70 урона, бля, попробую его перелоткить. Я пассивку не прокачал. Я заберу. О, найс, вот это вот приятно. Вот это вот приятно. По приоритете люди вот так играют. Это нормально вообще, нет? Может, ну, типа вообще в сингл драфте засесть? Не-не-не, не стоит, наверное. А может и стоит. Еще. Я уже с вангуардом. Оцени, конечно. Арканы летят. Не хочешь, да, от меня отагриться? Это вообще какой-то прикол. Ну, я отагрил крипов. Здесь. Я отвол сделал, смотри. Ой, ну мне тут толпа тогда нужна. А не меня. Я иду уже. Давай сейчас ее. Бабка аж прилетела сюда. Второго нет. Живи, да? Помогу. Я убежал. Походу, да. Если только бабка сейчас не пойдет за мной до конца. И что-то на меня там не тыкнет, не тыкнуло. Ну, нормально, я жив. Ну, слушайте, большие шансы прям с первой катки ЛП отмыть. Блять. Акс, ты там живешь? Не знаю. Тики, бля, я не успеваю к тебе, бро. Ребят, если вы любитель подлудить на казике, то делайте это обязательно по моей ревке. У меня вот в закрепе в телеге есть куча активных казов, на которые я даю и приветственные бонусы, и потом всем своим рефам даю бонусы в виде чаевых, там, это бонус к депчику. Вот, приветственный бонус, это кэшбэк-бонус, обязательно регайтесь по ревке, бонуску за косарь покупаете, присылайте скринчики, получаете этот косарь обратно на карту или крипто. Если вам все вот эти вот бонусы стримерские нафиг не сдались, вы богатый, успешный мужчина, просто любите поиграть казик, то буду благодарен, если будете это делать по моей ревке. У меня тут в телеге есть куча казов активных, и можете выбрать себе любой, который вам нравится. Но имейте в виду, нельзя регать мульты, нельзя регать там других людей, если планируете получать от меня какие-то ништяки. Ну и собственно все. Хорош. Еще иду на помощь. Давай. Не бойся, второй накину. У меня пока все когда. Иди ко мне. Ну киберспорт просто какой-то, я в ахуе, реально. Я в ахуе, это просто какой-то киберспорт. Ну не знаю, у тролля уже, наверное, желание играть просто... Просто нет. Да, вот это вот веселая игра. Вот как такие игры играть, вот скажите, как? Ну это вообще, блять, это пи***ет. Это просто такой взрыв пукана лютый. О, нормально. Спешил. Ну да.
Ты сука. Видел. Сейчас прилетит Хускар. Хускар летит, я понял. На, пусть. Я, по идее, доживу до вас. Давай, 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 давай. Вон, вон, вон. Я не могу прыгать, у меня игнайт, я не могу прыгать. Блинк сбили, сука. Ульта закончилась, блинк бился. Валя, мы его забрали и пошли. 5 секунд сделал. На тебя с первой заряжаю, давай. Прыгай. Блять, ну вы столько жулики нахуй. Все, я заруинился. Давайте его, давайте. Убери. Нету ТП-шки, но иду. Но сейчас запрыгнул, 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 запрыгнул. Пролем визе. Ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Ой-ой-ой-ой-ой! Да, это жестко, что ты скажешь. Крутишь. Видишь, ты усатая, блядь. На. На. Пауза. Ой, чат, это пиздец. Да, это лоу-приорити, ребят. Это лоу-приоритетная карточка. Это карточка из лох-приоритета. А почему он в этой колбе может прыгать? Она уже как руты должна работать. Бум. Ну шо, плаки, плаки! Мя! Ну это в принципе твое место, ЛП. А твое место где? Сейчас скажите, где его место. А то если я скажу, обидится. Если я скажу, обидится. 18-1. Может, ну его нахуй этот ранкет, пойду дальше. СД мод ебать. Чё думаете?